набрался и сил. И в доме лесника я ночлега попросил. С улыбкой добродушной старик меня впустил и жестом дружелюбным на ужин пригласил. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Множество историй, коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Коль желаешь, расскажу. Затемнело, сидел я за столом. Лесник сидел напротив, болтал о том о сём, что нет среди животных у старика врагов, что нравится ему подкармливать волков. Будь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу. Забыли под окном. Старик заулыбался и вдруг покинул дом, но вскоре возвратился с ружьем наперевес. Друзья хотят покушать, пойдем греть в лес. Путь как дома, путник, я ни в чем не откажу. Я ни в чем не откажу.